Would you start, please, Guru Maharaj? Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Payevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're on chapter 9 of the Nectar of Devotion. Chapter is entitled Further Considerations of Devotional Principles. Итак, мы читаем «Нектар преданности», главу 9, которая называется «Продолжение обсуждения принципов преданного служения». Rupa Goswami is giving evidence from the scriptures about different processes of performing devotional service. Rupa Goswami приводит доказательства из священных писаний о том, как нужно заниматься преданным служением. So the next item is called «Accepting flower garlands». И следующий пункт называется «Гирлянды из цветов». Generally, we offer the flower garlands to the deities and also to the spiritual masters. And then after they've been offered to the deities or the spiritual masters, then they may be accepted as prasadam. Обычно мы предлагаем гирлянды божествам и духовным учителям, и после того, как они были предложены, мы можем также носить их и принимать их как просад. Often the process is we offer first to the deities, and after the deities have worn them, and then we give them to the spiritual master. И обычно процесс таков. Сначала мы предлагаем гирлянды божествам, и после того, как они примут их, мы предлагаем эти гирлянды духовному учителю. The spiritual master also likes to take prasadam, and the prasadam of the deities, the flower garlands of the deities, is a very nice prasadam. И духовный учитель тоже очень любит принимать просад, и гирлянды от божеств — это также замечательный просад. Often the spiritual master will ask you, when you give him a flower garland, the spiritual master may ask you, have these garlands been offered yet to the deities? Don't just give me them without offering them first to the deities. Иногда духовный учитель может спросить, была ли та гирлянда, которую вы предлагаете мне, предварительно предложена божествам? Не предлагайте мне, если она не была предложена божествам. So go ahead, read. Следующий принцип – носить цветочные гирлянды, которые были предложены божеству. В этой связи в 11-й песне Шримад Бхагаватам 6.46 Удава говорит Кришне: «Дорогой Кришна, мне достаются вещи, которыми ты пользовался и наслаждался. Гирлянды из цветов, священные предметы, одежды и украшения. Я ем только остатки твоей пищи, ибо я твой смиренный слуга. И это придает мне уверенности в том, что чары материальной энергии будут невластны надо мной». Смысл данного стиха в том, что любой, кто следует этим предписаниям, украшает свое тело знаками тилака из гопичанданы или сандаловой пасты и носит гирлянды, которые были предложены Кришне, надежно защищен от влияния чар материальной энергии. В момент смерти такого человека не смогут забрать стражники Ямараджи. Даже если человек не следует всем принципам вайшнавов, а только питается остатками пищи, предложенной Кришне, Кришна-прасада, он постепенно обретет качества, необходимые, чтобы стать настоящим вайшнавом. Аналогичное утверждение есть в Сканда-пуране. На шее гирлянды цветов, которую до этого носил Кришна, избавляет и последствия своих греховных поступков,
и постепенно освобождается от материальной скверны. Okay, so there are two quotes here, two references. One is from the 11th canto, Srimad Bhagavatam. Lord Krishna is, Uddhava is telling Lord Krishna how he only eats the remnants of the foodstuffs taken by Krishna, and he also wears the flower garlands which have been offered to Krishna. И здесь приведены две цитаты из священных писаний, и одна из них из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где Удава говорит Кришне, что он принимает только остатки пищи, предложенные Кришне, и также гирлянды из цветов, которые были предложены Кришне. Удава is really, really a great devotee, but Удава also learns from the gopis how to serve Krishna. Удава великий преданный, но он также учится у гопи, как служить Кришне. So Uddhava expresses the benefit of living like that, the benefit of just taking Krishna's remnants and wearing things, using things which have been used by Krishna. He said it protects him from the material energy. Таким образом, использование вещей, которые были предложены Кришне, и всего того, что было, было ему предложено, это защищает нас от материальной энергии. If we put tilak on our body, and if we decorate ourselves with the flower garlands of Krishna, it shows that we're thinking of Krishna, that we have Krishna consciousness. Если мы украшаем свое тело тилаками, если надеваем гирлянды, которые были предложены Кришне, это значит, что мы думаем о Кришне, это значит, что мы в сознании Кришны. We know Srila Prabhupada always liked to wear the garlands offered to the deities, and even when he was leaving the body in Vrindavan, he was covered with flower garlands. И Шрила Прабхупада всегда любил носить гирлянды от божеств, даже когда он оставлял свое тело во Вриндаване, он весь целиком был покрыт этими гирляндами. And then Srila Prabhupada makes a comment. He says that even somebody may not accept all the Vaishnava principles. In other words, they may not accept, agree with all of our philosophy. But just simply by taking prasadam, then they can become devotees. И Шрила Прабхупада здесь дает комментарий, что если даже человек не следует всем принципам вайшнавов, то есть он не принимает всю философию вайшнавов, если он вкушает прасад, то он постепенно станет преданным. So meaning is that in the beginning, initially they're not devotees. They don't have much devotion, they don't have much interest. But just because they take prasadam, if they like prasadam and they keep taking it, they will become devotees. То есть смысл в том, что если даже человек в самом начале не имеет никакого интереса к вайшнавской философии, если он не является преданным, то постепенно, если он продолжает вкушать прасад, то он станет преданным. And then Rupa Goswami has another quotation, which is from Lord Brahma instructing Narada Muni from the Skanda Purana. И также Рупа Госвами приводит цитату из Сканда Пурани, где Господь Брахма обращается к Нараде. By putting the flower garlands which were offered to Krishna and putting them round our neck, we can get free of diseases and reactions to sinful activities. Тот, кто надевает на шею гирлянду, предложенную Кришне, избавляется от всех болезней и последствий своих греховных поступков. So it's a very simple process of devotional service. People like the idea to wear flower garlands. They're attractive, they're pleasing. И это очень простой процесс преданного служения. Людям нравятся цветочные гирлянды, они очень привлекательные, они услаждают людей, им нравятся они. Even the garlands may become withered and old, but still if you wear them around your neck, you get some benefit. You get benefit because this is the prasadam, food offered. This has been offered to Krishna. It's his remnants.
И даже если if garlands are old, even they become old and withered, the flowers are falling apart, you know, they're becoming moldy. И даже если гирлянды, они уже увяли, тем не менее, все равно человек получает от них огромное благо. But still, it's very good to wear them. You should want to wear them. То есть мы все еще, несмотря на все это, мы хотим носить их. Мы должны это делать. Okay, next item, dancing before the deity. Следующий пункт – танцевать перед божеством. Go ahead. В Дварака Махатмье Господь Кришна так говорит о значении танца перед божеством. Тот, кто танцует передо мной, испытывает радость и переживает глубокий экстаз преданности, у кого при этом появляются различные телесные признаки экстаза, дотла сжигает все последствия своих грехов, накопленных им за многие и многие тысячи лет. В той же книге есть такие слова Нарады. С тела человека, который хлопает в ладоши и танцует перед божеством, проявляя признаки экстаза, съедают все птицы его грехов. Хлопком в ладоши можно поднять в воздух целую стаю птиц. Точно так же из всех птиц и всех птиц своих грехов, сидящих на нашем теле, можно заставить улететь, танцуя и хлопая в ладоши перед Мурти Кришны. So, dancing before the deities is a very important, very powerful spiritual activity. И танец перед божеством – это очень могущественная духовная деятельность. Шрила Прабхупада always liked to see the devotees enthusiastically dancing in front of the deities. Шриле Прабхупаде всегда нравилось, когда преданные с энтузиазмом танцуют перед божествами. At the same time, Srila Prabhupada would sometimes tell the devotees that their method of dancing was not really appropriate, that they were not dancing, and they were dancing more in a sensual manner rather than in a devotional manner. Но иногда Шрила Прабхупада говорил, что тот способ, которым то, как они танцуют перед божествами, не совсем правильно. Они больше танцуют в такой в чувственной манере, чем в манере преданности. So dancing before the deities is not like dancing in a discotheque. Таким образом, танец перед божествами не похож на танец на дискотеке. When we come before the deities, we're dancing for the pleasure of the deity. Когда мы танцуем перед божествами, мы танцуем ради их удовольствия. So we should be cautious how we dance. We shouldn't dance in a manner just to give attention to ourselves. То есть мы должны быть внимательны, когда мы танцуем. То есть мы не должны танцевать так, чтобы придавать значимость самим себе. So Srila Prabhupada instructed the devotees how to dance, moving one foot to the left and the other foot to the right and back and forth and swing back and forth. This big dance became known as the Swami. И Шрила Прабхупада учил преданных танцевать должным образом, то есть шаг влево, шаг вправо, шаг назад, шаг вперед, и это назывался step Swami, танец Swami. Then Шрила Прабхупада showed the devotees to put their arms up in the air, just like Gornitai dance, with their arms raised over their heads, so we can also dance like that. Также Шрила Прабхупада учил нас танцевать с руками поднятыми вверх, как это делают Гауранитай, и мы танцевали именно так. And Srila Prabhupada sometimes also danced and jumped when he danced. И иногда Шрила Прабхупада в танце подпрыгивал. But it should be with devotion, it should be based on pure love. Но это все должно делаться с преданностью, это все должно быть основано на чистой любви. We don't dance just to get attention to ourselves and to make a big show in front of others. То есть мы не должны танцевать таким образом, чтобы привлечь внимание всех остальных к себе.
some temples, you will see the young men and the young women, they're dancing, but the young men are looking at the young women, and the young women are looking at the young men. В больших храмах, когда танцуют молодые мужчины, молодые женщины, они смотрят друг на друга, как они танцуют. The dancing is not with devotion, and the concentration is not on the deity. Такой танец, он не является танцем с преданностью, как нет концентрации на божествах. So, dancing, however, is important. It's something which we want to continue. Devotees, we should dance. And even Prabhupada, in his old age, he would go to Rath Yatra and he would dance sometimes. И танец это также большая преданность. Даже Шрила Прабхупада, когда он был уже в возрасте, он ходил на Ратха Ятру и он танцевал. One time in London he was dancing in the Ratha Yatra. He was in his mid 70s, he was dancing. И однажды в Лондоне на Ратха Ятре он танцевал. It was 17s или he was No, he was 70 in his mid 70s year in age, his body. Ему было 70 с чем-то лет, когда это было. And another time in Australia he was also dancing at the Ratha Yatra. И другой раз в Австралии он также танцевал на Ратха Ятре. So he encouraged devotees, you know, we should try to dance, try to remember that this is for the pleasure of the deity. И он всегда призывал преданных стараться танцевать ради удовольствия божеств, ради их удовлетворения. And but just by dancing in front of the deities, then we give up the bodily consciousness and we awaken our devotion. И танцуя перед божествами, мы отбрасываем свою телесную концепцию и пробуждаем свою преданность. And the benefit is described here that we get rid of sinful reactions. И благо, которое здесь описывается, заключается в том, что мы избавляемся от греховных реакций. And then another example is given. He said, anybody who claps, when clapping the hands, that's also very good. Clap the hands during the kirtan and dancing, and you feel and feeling pleasure. Then it said that the birds of sinful activities fly away. И также здесь приводится другой пример, когда человек хлопает в ладоши и танцует перед божеством. Это также очень хорошо, поскольку все птицы грехов улетают. We know that when there are birds, if you clap your hands, then the birds will fly away. The sound of the clapping will cause the birds, will frighten the birds, and they fly away. Мы знаем, что хлопок в ладоши, звук от этого хлопка, он заставляет птиц улетать. So we all carry different sinful reactions from our past activities, and these are like birds. И у всех у нас есть реакции от нашей реакции за нашу прошлую деятельность, за деятельность в прошлом, и все они подобны птицам. But if we clap our hands and dance in front of the deities, then these birds of sinful reactions fly away. И если мы хлопаем в ладоши и танцуем перед божествами, то все эти птицы наших греховных поступков улетают. All right, next item. Bowing down in honor of the deity. Следующий пункт – поклоны как выражение почтения божеству. Go ahead. О поклонах перед божеством как способ и выражение почтения ему в Нарадея Пуране говорится следующее. Человека, исполнившего великое ритуальное жертвоприношение, нельзя ставить на один уровень с тем, кто просто выразил Господу свое почтение, склонившись перед ним. Человек, совершивший много великих жертвоприношений, получит плоды своей благочестивой деятельности. Но когда они иссякнут, он должен будет снова родиться на земле. Тот же, кто хоть раз выразил свое почтение Господу, склонившись перед Мурти в храме, больше не вернется в этот мир, отправившись прямо в обитель Кришны. So the comparison is made between somebody who is performing a great sacrifice and somebody who offers obeisances before the deity.
И здесь приводится сравнение между человеком, который исполнил великое ритуальное жертвоприношение, и между человеком, который склонился перед божеством. So somebody may spend a lot of money to organize a big sacrifice, quite costly. You pay for all the brahmanas and pay for everything, and you need a lot of money. And the benefit you get, pious activities. И кто-то может потратить огромное количество денег, чтобы провести такое жертвоприношение, чтобы заплатить брахманам, это достаточно дорого. И все, что он получит, это благочестивая деятельность. So usually these kind of rituals are done for the benefit of going to higher planets in the material world. Обычно такого рода жертвоприношения проводятся для того, чтобы получить для того, чтобы попасть на райские планеты материального мира. Just like if you can go to the heavenly planets, and in the heavenly planets you can enjoy opulence and a long life. Это подобно тому, как вы попали на райские планеты, и на райских планетах вы можете наслаждаться богатством и долгой жизнью. But you cannot stay there forever. You have to come back to Earth. Но вы не можете оставаться там вечно. Вы должны будете вернуться обратно на землю. You can stay there as long as you have some pious activities to your credit. But when the pious activities are used up, you have to come back to Earth. Вы можете оставаться там до тех пор, пока не иссякнут плоды вашей благочестивой деятельности, но после этого вы должны будете вернуться обратно. Just like you can save up, get some money, and maybe you go to Moscow or somewhere, you go to somewhere to enjoy, you go to Krasnodar or somewhere to enjoy, have a holiday, but then when your money's finished, you have to come back, go back to work. Например, если у вас есть деньги, вы отправляетесь в Москву или в Краснодар понаслаждаться, но как только ваши деньги закончатся, вам нужно будет вернуться обратно и снова браться за работу. So, doing a ritual ceremonies like that, you get some benefit, you get some pious activities to your credit, but you cannot enjoy them forever. They're temporary. Таким образом, то же самое происходит, когда вы проводите какие-то ритуальные жертвоприношения. Вы обретаете какое-то благо, но все это благо временно. But by bowing down before the deity, means you don't come back to the material world, you go back to Krishna. Но когда вы склоняетесь перед божеством, это значит, что вы уже не вернетесь в материальный мир, отправитесь к Кришне. So we get so much benefit. We cannot imagine how much benefit we're getting by engaging in these devotional activities. Мы даже не понимаем, насколько огромное благо мы получаем, занимаясь такой деятельностью. Just being to be able to go to the temple and to see the deities and to offer obeisances, it's so powerful, it's so purifying. То есть просто пойти в храм и лицезреть божества и склоняться перед ними, это очень могущественная деятельность. All right. Next item is standing up to receive the Lord. Следующий пункт – подниматься навстречу Господу. Брахманда Пуране находим такие слова. Тот, кто видит праздник колесниц Господа Радха-Ятру и встает, чтобы приветствовать Господа, очищается от всех последствий своих грехов. So, it's talking about during Radha-Yatra, when the Lord comes on his chariot, then people should stand up to receive the Lord. И здесь говорится о том, когда проходит Радха-Ятра, когда Господь проезжает на своей колеснице, то человек должен встать, чтобы поприветствовать Его. When the chariot of the Lord comes, then people should come out and greet the Lord, and they should stand up and receive the Lord. They should be happy that the Lord is coming. Когда подъезжает колесница Господа, люди должны выйти и поприветствовать Господа, и должны быть очень счастливы этим. Just like when Lord Balaram went to Naimisharanya, all the sages were there hearing Srimad Bhagavatam. Это подобно тому, когда Господь Нитянанда Баларама
когда Господь Баларама пришел в Наймишаранью, то все мудрецы слушали там Шримад Бхагаватам. And so at that time, Рома Харшан was sitting there, speaking to all the sages. И в это время Рамахаршана сидел и говорил перед всеми мудрецами. And when Lord Balaram came in, then most people all stood up to honor him. И когда туда пришел Господь Баларама, все люди встали, чтобы его поприветствовать. Some people bowed down and offered obeisances. Others stood up. Некоторые упали перед ним в поклоне, некоторые встали. There are different ways by which we can honor a person. One way is to stand up, other way is to offer obeisances. То есть есть различные способы, как мы можем выразить свое почтение какой-то личности. Один способ – это упасть перед этой личностью в поклоне, и второй способ – это встать перед ним. So, by just simply by doing this, by offering respect to the person, then you get rid of sinful reactions from the body. Просто выражая почтение человеку, вы избавляетесь от греховных реакций тела. So, a very simple activity, just simply to show respect to the Lord, to stand up and to honor Him, it purifies us. То есть такая простая деятельность, как просто встать перед Господом и поприветствовать Его, очищает нас. Okay, next one, following the deity. Следующий пункт – следование в процессе за божеством. Аналогичное высказывание есть в Бхавишве Пуране. Тот, кто присоединяется к процессии, идущей за колесницами Радхаятры, когда божества пересекают его путь перед ним или позади него, даже если он низкого происхождения, несомненно, обретет богатство, равное богатствам Господа Вишну. So, it's talking about even if we're born in a low family, just like some temples, if you're born in a low family, they won't allow you to enter into the temple. Здесь говорится о человеке низкого происхождения. Например, в некоторых храмах, если человек низкого происхождения, то его не допускают в храм. Some temples, they don't allow people who are born outside the Hindu culture. If you're not born in a Hindu family, you're not allowed into the temple. Of temples like Jagannath Puri. Некоторые храмы не позволяют людям, которые были рождены за пределами индийской культуры, либо не в индийской семье, не позволяют входить в храм. Это, например, храм Джаганнатха Пури. It's only for people who are born in a Hindu family can get in. Other people are considered low-born, low-family. Только люди, которые разделились в семье хинду, могут войти в такой храм. Другие считаются низкорожденными. So we have to wait for Rathyatra before we can see the deity. Таким образом, мы ждем Радхаятру, чтобы увидеть божества. So when the Lord comes on the Rathyatra chariot, then devotee, we can follow behind him. И когда Господь приближается на своей колеснице в Радхаятру, мы можем следовать перед его колесницей, мы можем идти перед ним. And so we get great benefit just by following behind the Lord. И мы от этого получаем великое благо просто от того, что мы идем перед колесницей Господа. And it's mentioned the benefit is you will get liberation to the spirit, you will get equal opulence with Lord Vishnu. И благо, которое мы получаем от этого действия, заключается в том, что человек обретает богатство, равное богатствам Господа Вишну. Okay, so the next item, going to temples of Vishnu or to places of pilgrimage. Следующий пункт. Посещение храма Вишну или места паломничества. В Пуранах утверждается, люди, стремящиеся совершить паломничество в такие святые места, как Вриндаван, Мадхура или Двараку, воистину достойны славы. Эти путешествия дадут им возможность пересечь пустыню материального существования. Next. Okay, I'll comment on that. Until the end? Yeah, okay.
В Хари Бхакти Сутадая говорится о том, какое благо приносит посещение храмов Господа Вишну. Как мы уже объясняли, согласно обычаю, преданные стараются посещать разные храмы, расположенные в таких святых местах, как Вриндаван, Матхура и Дварака. В Хари Бхакти Сутадая сказано: «Движимые чистым преданным служением в сознании Кришны, люди, отправляющиеся посмотреть на Мурти Вишну в храме, безусловно избавляются от необходимости вновь входить в темницу материнского чрева. В процессе родов обусловленная душа забывает о страданиях, которые испытывала в чреве матери, но это очень страшный и болезненный опыт. Чтобы избежать повторения этого, нужно в благоговейном состоянии духа приходить в храм Вишну, и тогда можно будет легко избавиться от страданий, связанных с рождением в материальном мире». Okay. So going to places of pilgrimage, places like Vrindavan, Mathura, Dwarka. There are many temples, and it's an opportunity to visit the temples, to see the deities. И когда мы посещаем такие святые места паломничества, как Вриндаван, Матхура и Дварака, у нас появляется возможность посетить множество храмов, которые там расположены. Of course, going to holy places is a sacrifice. We have to leave our comfortable home, we have to go and live in difficult conditions. It's not like living, it's not, maybe not so convenient as living in our own place. И посещение святого места подобно жертвоприношению, поскольку мы выходим из условий комфорта, которые есть у нас дома, мы попадаем в трудные какие-то условия. А таким образом мы выходим из этой зоны комфорта, которую мы испытывали там, где мы живем. But that austerity is purifying, and people are encouraged to do this, to accept this austerity, to go and visit the holy places. Но эта аскеза, она очищает, и таким образом мы воодушевляем людей, чтобы we are encouraging. Yes. Мы призываем всех к тому, чтобы посещать такие места и очищаться. Particularly when we get older, as we come to become retired, then vanaprastas, they should go to visit the holy places. И когда мы стареем, когда мы становимся ванапрасхами, такие люди должны ехать в святые места. So you go and visit the temple and see the deities, and then you go, it's just like you go to Vrindavan, there's so many nice temples, there are many temples, and you can go and visit all the, see the deities, offer obeisances, bow down before the deity, circumambulate the deity. Very purifying. И вы можете отправиться в храм, в храмы во Вриндаване и выразить почтение божествам, пасть перед ним в поклоне, это будет очень хорошо. Prabhupada said, like Vrindavan, there's 5,000 temples. Шрила Прабхупада говорил, что во Вриндаване 5,000 храмов. So by going in the temple, going into the temple of Vishnu or Krishna, means you don't have to go into the womb of your mother, of a mother again. И когда мы посещаем храмы Господа Вишну или Кришны, это значит, что мы больше не вернемся в чрево матери. You enter into the temple, that is like going into the spiritual world. И когда мы входим в храм, это словно мы входим в духовный мир. But if we have to take birth again in the womb of a mother, another material birth, that's not very pleasant. Но когда мы вынуждены принимать рождение снова, снова входя в чрево матери, это не приносит удовольствия. There are so many pains in taking birth in the material world. Когда мы принимаем рождение в материальном мире, это приносит большую боль. Mm-hmm. But still, people are, we forget the miseries, we forget all these miseries of birth. Taking birth and growing and getting disease and dying, it's always there in material life. We should want to get free of material life. Мы забываем о всех этих
страданиях, о всех этих несчастьях, которые приносят рождение, взросление, болезни и смерть. Мы должны освободиться от всего этого. So going to temple very, very, very important. Таким образом, посещать храм очень важно. Okay, next item, circumambulating temple of Vishnu. Следующий пункт – обходить храм Вишну. В Хари Бхакти Сутадая говорится, человек, обходящий Мурти Вишну, сможет вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смертей в этом материальном мире. Обусловленная душа, ведущая материальное существование, вращается в колесе повторяющихся рождений и смертей. Но из этого круга нетрудно вырваться, если регулярно обходить божество в храме. Обряд Чатурмаси соблюдается в течение 4 месяцев сезона дождей в Индии, начиная с месяца Шравана, приблизительно с июля по октябрь. В течение этих 4 месяцев святые люди, которые в другое время обычно путешествуют, распространяя сознание Кришны, остаются в одном месте, как правило, в каком-нибудь месте паломничества. В это время действуют особые правила и ограничения, которых строго придерживаются. В Сканда Пуране говорится, что тот, кто в это время обходит храм Вишну по меньшей мере 4 раза, считается обошедшим всю Вселенную. Человек, обошедший храм в это время, приравнивается к повидавшему все святые места по всему течению Ганги. Соблюдая регулирующие принципы Чатурмаси, такой человек быстро поднимается на уровень преданного служения. Okay, so going around the temple. With circumambulation means to go around the temple, and sometimes they have the arrangement you just go around the altar, and they have a special path inside the temple room where you just go around the deity altar. Обход вокруг обходить вокруг храма, а также обход вокруг алтаря. То есть иногда в храмах организуют все таким образом, что можно обойти вокруг божества на алтаре. But if there's no arrangement in the temple for circumambulation, then you have to go around the temple building. Но если в храме это не организовано, что можно обойти вокруг божества, тогда вы должны обойти храм. Now, just like if you go to Krishna Balaram temple or Mayapur temple in the morning, they do circumambulation every day after the deity greeting. They will take Prabhupada, they have a murti of Prabhupada, and they will take him around and circumambulate the deities. Если поедете в храм Кришна Баларама или в Майпурский храм, то каждое утро там после приветствия божеств в этих храмах берут мурти Шрила Прабхупады и обходят вокруг божеств. And maybe you've seen the picture of Prabhupada when he was circumambulating in Mayapur. There was a bell. He would ring the bell when he would go around the deities. He would ring the bell. И, возможно, вы видели фотографию, где Шрила Прабхупада в Майпуре, обходя божества, звонит в колокольчик. It was a big bell, and there was a rope to the bell, and Prabhupada would hold the rope and ring the bell. Звонил в колокол, то есть там был большой колокол, и Прабхупада дергал за веревку и звонил ему. So the circumambulation with temples, we often do it every morning before we do it after the deity greeting before the Guru Puja. И в храмах обход вокруг божеств проводят обычно после приветствия божеств перед Гуру Пуджей. So it's compared here that if you circumambulate the deities, you won't have to take birth, you won't have to be circumambulating in the material world. И здесь приводится здесь говорится, что если вы обходите божества, то вы сможете вырваться из круговорота материального мира. Because, as Prabhupada explains, material life means taking birth and dying. This is like a circumambulation. Take birth and dying, and then again birth and dying. It's like going through different bodies. This is like circumambulating. И как объяснял Шрила Прабхупада, жизнь в материальном мире похожа на круговорот. Вы рождаетесь и умираете, рождаетесь и снова умираете, снова переходите в другие тела, круговорот. But if we circumambulate the deities, that will be a joyful experience. But circumambulation of birth and death, material bodies, that's painful, miserable.
Но когда вы обходите божества, когда вы совершаете круг вокруг божеств, вы обретаете радость и наслаждение. Но когда вы вращаетесь в круговороте рождения и смертей, то все это приносит страдания. So then Prabhupada talks about Chaturmasya, the 4 months of austerity, which is followed. Затем Шрила Прабхупада говорит о 4 месяцах Чатурмасии, о 4 месяцах аскез. Right, these 4 months, this is usually like the beginning of the rainy season in India. The rainy season comes round about June or July. И обычно Чатурмасия начинается, когда начинается сезон дождей в Индии, и это примерно июнь-июль. You know, when they have Rath Yatra, the big Rath Yatra in Puri, then that's about the beginning of the rainy season. And that's the time when the Chaturmasya begins. И вы знаете, что когда проводится Ратха Ятра, то это как раз примерно начало сезона Чатурмаси, начинается сезон дождей. So, when that time is also, there's on the Vedic calendar, there's a month called Shravan. So Shravan, that's when the Chaturmasya begins, the month of Shravan. И в ведическом календаре этот месяц называется Шравана, то есть с этого месяца начинается Чатурмасия. So people who are like devotees and maybe traveling and preaching, so sometimes they may stay in one place, a holy place, to do austerity. И люди, вот, например, такие как преданные, они могут путешествовать постоянно, посещая различные места, но в это время они могут остаться в одном месте и совершать аскезы. So, because they're usually traveling, but the rainy season comes, it's difficult to travel because there's often flooding. It's not so convenient to go traveling during the rainy season. И эти люди, они всегда путешествуют, но когда начинается сезон дождей, путешествия становятся затруднительными. Often you may be traveling, you will sleep out, you just sleep under a tree. But if it's raining everywhere, then you can't do that. You need some proper shelter. So it's usually they will stay in one place. Например, когда вы путешествуете, вы ночуете под тем или иным деревом, но когда начинается сезон дождей, то это сделать уже невозможно, поэтому в это время вам нужно где-то остановиться в одном месте. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, and he came to Sri Rangam, where there's a big temple of Lord Vishnu called Ranganath, the deity is Ranganath. Это когда Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он пришел в храм Шри Рангама, божество Ранганатха. So Lord Chaitanya had come there, and the Brahmana invited him to come and stay at his place. And he told him, now as Chaturmasya just began, you can stay here for 4 months. И когда Господь Чайтанья пришел туда, браман этого храма вышел и сказал, ты можешь остаться здесь в нашем храме, поскольку только что началась Чатурмасия, и ты можешь остаться здесь на 4 месяца. Right. We know the fourth month is the month of Kartik, when we worship Lord Damodar. И четвертый месяц Чатурмасии — это Картика, когда мы поклоняемся Господу Дамодаре. So that Lord Chaitanya, he stayed there at Sri Rangam, he stayed there for 4 months. И Господь Чайтанья остался в Шри Рангаме на 4 месяца. And so during the time of Chaturmasya, people follow many different, they make different vows. Some people do more chanting, and some people will reduce their eating. И в течение этих месяцев Чатурмасии люди совершают дают различные обеты. Кто-то увеличивает количество повторений своих кругов, кто-то ограничивает себя в пище. And some people, they don't shave, they won't cut their hair during the Chaturmasya sometimes.
Какие-то люди иногда не стригут свои волосы и не бреются. But Prabhupada told the devotees, you don't need to do that. He said, we know you people, you all like to have long hair. He said, you need to cut your hair, you need to shave your heads. Но Шрила Прабхупада всегда говорил, вам преданным не нужно это делать. Вы те люди, которые любят ходить с длинными волосами и не бриться, поэтому для вас нужно брить свои головы и бриться. But sometimes some people, they may be very serious in Krishna consciousness, so they may decide for 4 months they will not shave, they will not cut their hair, they will reduce their eating, they will do more chanting. Но, например, есть люди, которые очень серьезны в своем сознании Кришны, они могут в этот период четырмаси не стричься и не бриться, они могут увеличивать количество своих кругов и сокращать прием пищи. So there's a quote from the Skanda Purana that if somebody during the Chaturmasya, if they go around the temple 4 times, then it means they've traveled all over the universe. И здесь приводится цитата из Канда Пурани, в которой говорится, что тот, кто в это время обходит храм Вишну 4 раза, считается обошедшим всю Вселенную. And just by going around the temple 4 times, it's understood he's seen all the holy places where the Ganges flows. И благодаря тому, что он обходит вокруг храма 4 раза, он понимает, что все это приравнивается к тому, что как будто он обошел все святые места по всему течению Ганги. Right. Wherever the Ganges flows, that's a holy place. It's that makes the place holy because the Ganges water is so purifying. Там, где течет Ганга, она делает это место святым, поскольку воды Ганги очищающие. And if somebody follows the principles of Chaturmasya, then it's very powerful. They quickly can come to devotional service. И поскольку соблюдение Чатурмасьи это очень могущественно, те, кто соблюдает Чатурмасью, они очень быстро поднимаются на уровень преданного служения. Okay, so next item is Archana. Следующий пункт Archana. Archana это поклонение божеству в храме. Поклоняясь божеству в храме, человек на практике подтверждает, что является духовным существом, а не телом. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 81.19 рассказывается, как Судама, близкий друг Кришны, по дороге к дому одного брахмана говорил сам себе: «Достаточно просто поклоняться Кришне, чтобы обрести все наслаждения рая, освобождение, господство над планетными системами Вселенной, все богатства этого материального мира и мистические силы, приносимые практикой йоги». События, послужившие поводом для приведенных слов Судамы, таковы. Шри Кришна велел своему другу Судаме отправиться в дом какого-нибудь брахмана и попросить немного еды. В это время брахманы проводили большое жертвоприношение, и Шри Кришна велел Судаме настоятельно попросить их, сообщив, что Кришна и Баларама проголодались и нуждаются в пище. Брахманы ничего не дали пришедшему Судаме, но их жены, услышав, что Шри Кришна хочет есть, тотчас собрали много всякой вкусной снеди и поспешили к Шри Кришне, чтобы предложить ее ему. В Вишну Рахасе также говорится: «В этом мире любой человек, поклоняющийся Вишну, может без труда достичь вечно блаженного царства Бога Вайкунтха Локи». Okay, so anyway, Archana means to worship the deity, and just like we offer arti regularly in the temple, so this is all part of Archana. Archana – это поклонение божеству в храме. Это когда мы предлагаем арати божествам. Это процесс Archana. So then the reference is from the 10th canto Srimad Bhagavatam, 81st chapter. And it's telling about Krishna's friend Sudama. И здесь приводится, дается ссылка на 10-ю песню Шримад Бхагаватам, в которой рассказывается о Судаме.
So Sudama, of course, he'd been in Gurukula with Lord Krishna. They'd been friends together when they were in the Gurukula of Sandipani Muni. И Судама, он учился вместе в Гурукуле, вместе с Кришной учился в Гурукуле с Сандипани Муни. Они были друзья. And Sudama and Krishna, it's told there how one day they had gone into the forest to collect wood for their guru. И рассказывается, как однажды Кришна и Судама отправились в лес собрать хвороста для гуру. Because you know, the guru, they do cooking and they do yagya, and they need wood to put on the fire. So they would go into the forest to collect some wood. И поскольку они проводили различные яги, им нужно было готовить пищу, они отправились в лес, чтобы собрать дров. But when they were in the forest, then it suddenly became very, very stormy, and the sky became very dark, and it rained, and they couldn't find their way back, and they ended up spending the whole night in the forest. Но когда они были в лесу, внезапно начался шторм, небо все покрылось тучами, начался сильный дождь, ветер, и таким образом закончилось все тем, что они провели ночь в лесу. And then was the next morning, Sandipani Muni came with the other students. They came in the forest looking for them, and when they found them, they were very happy to find them. И на следующее утро Сандипани Муни со всеми своими остальными учениками отправился в лес искать их. И когда они нашли Кришну и Судаму, все были очень счастливы. So at that time, Сандипани Муни blessed, he gave blessings to both these boys, that you boys have suffered so much for me. I'm so grateful to you. И в это время Сандипани Муни дал этим обоим мальчикам благословение. Вы так много страдали из-за меня, поэтому я вам очень благодарен. You can understand, just young boys in the forest, there's wild animals in the forest, and to be there in the forest at night must have been very frightening. И он понимал, что для этих молодых мальчишек очень было боязно находиться ночью в лесу, полном диких зверей. So Sudama and Krishna, because they were in that situation, they were very good friends. And then later on, of course, Krishna became the king of Dwarka. He went to Dwarka and he had many wives. And Sudama, he's a brahmana, he was very poor. И благодаря такой ситуации Кришна и Судама очень сдружились. И потом позже, когда Кришна стал царем Двараки, царем он жил в Двараке, а Судама был брахманом, он был очень беден. So Sudama was very poor, but of course he went to Dwarka, and after he went to Dwarka, he came back. He met Krishna, and Krishna received him wonderfully. Krishna loved him because he's a brahmana. Krishna worshipped him. И когда Судама отправился к Кришне в Двараку, Кришна очень тепло принял его, и он стал поклоняться ему, поскольку тот был брахманом. And when Sudama came home, he found that his home had been transformed into a palace. И когда Судама вернулся домой, он увидел, что его дом превратился в дворец. And that his wife had been rejuvenated, and she had beautiful clothing. Before she was just wearing rags. И он увидел, что его жена удивительным образом преобразилась. Ее одежды изменились. Изменилась она сама. So Sudama never asked Krishna for anything, but everything was given to him by Krishna. Sudama никогда не просил Кришну ни о чем, но все было дано Кришной, Судаме. But Sudama never thought to ask anything from Krishna, even though he was poverty stricken and Krishna was so rich, but he never asked anything. Но Судама даже и не думал никогда о том, чтобы попросить Кришну о чем-либо, несмотря на то, что Судама был беден, а Кришна был богат.
And so the reference is here anyway, that Sudama is saying that just by worshipping Krishna, one can get all the opulence of heaven. И здесь, в этой ссылке из Шримад Бхагаватам, Судама говорит, достаточно просто поклоняться Кришне, чтобы обрести все наслаждения рая. All the opulence of the material world can be given when you worship Krishna. Когда вы поклоняетесь Кришне, вам может быть даровано все богатство материального мира. And you can get liberation, you can become, you can have supremacy and over the universe. Вы можете получить освобождение и господство над всей Вселенной. And you can get mystic power also. Вы также можете обрести мистические силы. Okay, so then there's a statement which is not really in relation to Sudama, but I don't know, there seems there's some confusion here. И затем здесь приводится утверждение, которое на самом деле не совсем связано с Судамой, и я думаю, что здесь какой-то что-то непонятное здесь. Because what's being told is a pastime from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, but the 23rd chapter, where it talks about the Yajnapatnis, the wives of the Brahmanas, how they were great devotees. What canto, I'm sorry? 10th canto. Mm-hmm. And 23rd chapter. 23, yeah. На самом деле, в 10-й песне Шримад Бхагаватам, в 23-й главе говорится о Ягьяпатне, о жёнах Брахманов. Krishna and Balaram were with the cowherd boys one morning, and they were hungry, they had no food, no prasad, they didn't get any breakfast. So they thought they would go and ask the Brahmana to get some food from them. И однажды утром Кришна с Баларамой и мальчиками-пастушками обнаружили, что у них нет никакой еды с собой, и они очень сильно проголодались. And they knew that the brahmanas had prepared a lot of food because they were doing a big yagya. И они узнали, что брахманы приготовили очень много пищи, потому что совершают большую ягью. But when the cowherd boys went and asked the brahmanas to give some food for Krishna and Balaram, they just ignored them. They didn't say yes, they didn't say no. They just ignored the cowherd boys. И когда мальчики-пастушки пришли к Браманам и попросили пищу для Кришны и Баларамы, те просто их проигнорировали. Они не сказали ни да, ни нет, просто не обратили на них внимания. So the cowherd boys told Krishna and Balaram what happened, and Krishna and Balaram said, yeah, we know these people are not devotees. They're brahmanas, but they're not devotees. Go and ask the wives. The wives of the brahmanas, they're devotees. Go and ask them for food. И когда пастушки вернулись и сказали, что брахманы ничего не дали, и Кришна сказал, да, я знаю, они брахманы, но они не преданы. Пойдите теперь к их женам, они преданы. And so when they went and asked the wives of the brahmanas, when they heard Krishna and Balaram were nearby, they all said, oh, we want to see Krishna and Balaram. And they brought many food, they put food, many, because they'd been cooking, they'd made many nice preparations. So they put the food in pots and they came running to bring the food to Krishna and Balaram. И когда мальчики-пастушки попросили пищи для Кришны и Баларамы у жен брахманов, те очень возрадовались и сказали, о, Кришна и Баларама здесь. Они были очень рады тому, что Кришна и Баларама где-то рядом. И они собрали всю множество всяких явств, которые они как раз готовили для яги. Они сделали очень много приготовлений, поэтому они все это собрали и бегом отправились навстречу Кришне и Баларами. So the wives of the brahmanas, they were great devotees. They wanted to stay in the forest with Krishna. They said, we don't want to go back to our husbands. But Krishna said, no, you have to go back.
И жены Браунов были великими преданными, они сказали: «Мы хотим остаться здесь с тобой, с Кришной, с Баларамой, здесь, в лесу». Но Кришна ответил: «Нет, вы должны вернуться обратно к своим мужьям». Okay, so we will stop here today. И сегодня мы здесь остановимся. There are some questions in the chat. Okay. В Раджарани Матаджи вы хотели задать вопрос. Хари Кришна. Хари Кришна, примите мои средние поклоны, Гуру Махарадж. Хари Кришна. Со своим Василием Прабхупаде вопрос первый. Если от Дикша Гуру была получена, ну, про вещи, что вначале мы говорили про вещи, была получена сумочка, например, маленькая, которая принадлежала ему, то ученик может... Что ученик может делать с этой вещью? Положить около фото, ну, в смысле, изображение Гуру Махараджа, проводить иногда Гуру Пуджи или еще что? Это первый вопрос, потом второй будет. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Mataji has two questions, and the first one is, if Diksha Guru gave something to his disciple, some small thing, for example, small bag that belonged to him, he gave it to his disciple. What can the disciple do with this thing? Put nearby a photo of Guru Maharaj, or do some puja or something else? They can use it if they want. It's up to the disciple. The spiritual master gave it to them. It's up to them how they use it. И если духовный учитель дал эту вещь своему ученику, то ученик может воспользоваться ей так, как он пожелает. If you like to use it, you can use it. Если вы хотите использовать ее, то вы можете использовать. If you want to worship it, you can worship it. Если хотите ей поклоняться, то можете ей поклоняться. It's up to the devotee how he wants to use it. То есть все решает преданный, как он это будет использовать. Yes, what's the other question? Следующий вопрос. Как-то на лекции в скайпе Гуру Махарадж вы говорили, что маха-маха-прасад могут кушать только инициированные ученики. Если такой маха-маха-прасад распространяется другим людям, медитирующим на этого гуру, или своим родственникам, или всем людям в храме, то гуру берет их карму. Вопрос, уточняющий по вьяса-пуджу Гуру Махараджа. Те преданные, которые уже читают пранама-мантру Гуру Махараджу, могут брать маха-маха-прасад с вьяса-пуджу? Спасибо, Хари Кришна. The second question is, once in the Skype lecture, Guru Maharaj, you said that only initiated disciples can take Maha Maha Prasad. If this Maha Maha Prasad is distributed to other people, to those who meditate on this Guru, or to their relatives, or to all their... to all the people in the temple, then the guru takes their karma. This question is clarifying about the vyasa puja about your vyasa puja Guru Maharaj. Those devotees who are already reciting their pranama mantra, your pranama mantra, can they take the mahaprasad from the vyasa puja? Yes, if they're already reciting pranam mantra, they're already under shelter, then they can take. Да, если они уже принимают, если они уже читают пранама мантру, то они уже приняли прибежище, и поэтому они могут принимать такой прасад. Because they have some faith, they already have faith in that person, so they can take the mahaprasad. Поскольку у них уже есть вера в этого человека, поэтому они могут брать Махамахапрасад. Можно еще вопрос? А если, например, Махамахапрасад все-таки удается унести к тому, кто не инициирующий,
как кто на это должен влиять, и кто не медитирует на Гуру Махараджа, ну, в качестве пранамы мантры, это чья зона ответственности в этом? Спасибо. Матаджи, уточните, пожалуйста, вопрос. То есть, если Махамахапрасад берет тот, кто не инициирован и не является учеником, не читает пранама мантру, то... Да. Кто должен его остановить, и надо ли это делать? Спасибо. And one more question. If, for example, uninitiated devotee or those who do not recite pranama mantra, they take this Mahamahaprasad, who should stop them? Well, we can't really refuse people. They want to take the prasadam, but somehow you should be careful where you distribute the prasadam, that you distribute it only in the presence of initiated devotees. Но мы не можем на самом деле отказать кому-то в том, чтобы дать просад, просто вы должны быть очень внимательны к тому, что когда вы раздаете просад, вы должны это делать только в кругу инициированных людей, инициированных преданных. If other people are around, then they will also want to take the prasadam. It's difficult to refuse them. И если рядом есть какие-то другие люди, то они также захотят взять просад, и будет очень сложно им отказать. So it's better that you have the Mahamahaprasadam, that you keep that separate, and you say this is already reserved, that you take the other prasadam. И будет лучше, если вы куда-то в сторону отложите Mahamahaprasad и скажете, что вот это вот это отложено, возьмите, пожалуйста, прасад из другого места. But we cannot refuse people prasadam. Но мы не можем отказывать людям в прасаде. So just try to be careful where you distribute the Mahamahaprasadam. You keep it separate and you privately you can distribute it among disciples. Просто будьте очень внимательны к тому, где вы распространяете Махамахапрасад, просто отложите его куда-нибудь в сторону и затем раздайте ему и его очень в личностной обстановке. Understand? Вот этот момент понятен? Раджарани Матадж? Да, спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо большое, все слова, четыре пропали. Понятно? Yes, I understood. Thank you, Гуру Махарадж. Next question? Yeah. Лена Матаджи, вы хотели задать вопрос? Да, Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, когда прекращает действовать личная карма, начинает Кришна руководить жизнью человека? Как думает и живет такой человек в обществе? Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна, dear devotees and Гуру Махарадж, please accept my humble businesses. The question is, when... the personal karma stops working and Krishna begins directly to direct person's life, how does such a person think and live in society? How does a person think and live in society? In society, yeah. Mm-hmm. Well, one simply thinks of himself as a servant of Krishna. He will live like a normal person. You don't have to be so different from everybody else, but just the consciousness is different. Когда человек считает себя слугой, он живет точно так же, как и все остальные люди внешне, но его сознание отличается. The activities may be the same, but the consciousness is changed. То есть его деятельность может быть то же самое, но его сознание изменено.
Consciousness is that I am a servant of Krishna, and that this is all Krishna's energy, and I'm using it in Krishna's service. Его сознание таково, что я слуга Кришны, и все это энергия Кришны, и я все это использую для служения Ему. So it's not that you have to change your way of life. You still continue. Это не значит, что вы должны менять свой образ жизни, вы продолжаете жить, как жили. When Raghunath Das came to Lord Chaitanya, and he wanted to join Lord Chaitanya's movement, and Lord Chaitanya told him, just go home and behave like a normal person, and keep Krishna in your heart. Когда Raghunath Das пришел Господу Чайтанье, захотел присоединиться к его движению, Господь Чайтанье сказал: возвращайся домой и продолжай вести себя как обычный человек, просто держи Кришну в своем сердце. He told him, don't be a sahajya. Sahajya means one who takes everything cheap, and they think they're so different from other people. Он сказал: не будь сахаджей. Сахаджей — это тот, кто принимает все очень дешево. То есть не думай, don't think that. They're thinking they're very different from others. Такие люди сахаджи думают, что они очень отличаются от других людей. They're thinking they have some special position or special love for Krishna. They want to make a show and be different from others. Они думают, что у них какое-то особое положение, какая-то особая любовь к Кришне, что они отличаются от других людей. So just behave like a normal person and just be responsible. Don't be reckless, don't be irresponsible. Просто ведите себя как обычный, нормальный человек и будьте ответственны, то есть не будьте безответственны. Devotee of Krishna will naturally be responsible. He wants to take care of people and do what they can to help and assist others. И преданные Кришне необычно естественным образом помогают другим людям, делают для них все, что они могут. And devotee of Krishna will be humble as well. They will be humble. They will be tolerant. They will display good qualities. И преданные Кришне, они смиренные и терпеливые, они проявляют хорошие качества. So, coming to Krishna consciousness, there should be that transformation of character, that we become a better person. То есть, когда мы приходим в сознание Кришны, это значит, что наш характер становится лучше. Мы изменяемся, мы трансформируемся. Not immediately, but gradually we improve, we get rid of the bad habits. Это происходит не мгновенно, но очень постепенно мы избавляемся от плохих привычек. You become tired. You've taken shelter of Krishna, so you're no longer interested in so much sense gratification. Вы устали, приняли прибежище у Кришны, и это значит, что вам больше не интересны какие-то чувственные наслаждения. Окей. Елена? Елена Матаджа? Yes. Thank you very much, Гуру Махарадж. All right, any other questions? Another question from the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Вопрос: почему карма за прошлые грехи чаще всего приходит внезапно, как неожиданный удар? Ведь очень редко бывает, чтобы ситуация у человека ухудшалась постепенно. Что это за странная закономерность кармы? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, why does karma for our past sins most often come suddenly as unexpected though? After all, it is very rare for a person's situation to to become worse and worse gradually. What is this strange pattern of karma? Thank you.
What is this? Strange pattern of karma. Pattern. Pattern. Strange pattern of karma. Yeah. Well, we have why to. Why is so suddenly? We have to understand that we have karma from many, many lifetimes, and it's coming from maybe long, long ago in the past, and somehow it's coming. Some karma we've had for a very long time, and some karma is very recent. Мы должны понимать, что карма у нас накапливается, карма, которая у нас есть, она приходит из тех жизней, которые были уже очень давно. Есть та карма, которую мы совершили недавно. So we have to be always very careful to protect ourselves from the karma coming on us by strictly following the principles of Krishna consciousness. И мы должны быть внимательны к тому, чтобы защищать себя от кармы, которая приходит нам строго следуя регулирующим принципам. Everything which happens to us, you can say it's the result of our karma, but if we keep ourselves in Krishna consciousness, then we will be able to protect ourselves from all that karma. И все, что приходит нам, как вы сказали уже, что это результат нашей кармы, но если мы в сознании Кришны, то мы становимся способными защитить себя от этих реакций. We have to transcend the effects of this karma by taking shelter of Krishna. Мы делаем эти результаты, плоды трансцендентными благодаря принятию прибежища Кришны. The karma is very complex. We cannot understand fully everything about this karma. Why we got this, why that happened. We just have to accept that this is karma. Karma очень сложная вещь. Мы никогда не поймем, почему происходит это и почему происходит то. Мы просто должны принять эту карму. But if we have surrendered to Krishna, we can tolerate the karma. Но мы должны предаться Кришне, мы должны терпеть эту карму. The famous verse is there in the Srimad Bhagavatam, that one who tolerates all the difficulties, all the problems, and takes that these difficulties to be reactions of karma, but who goes on doing devotional service, then they're qualified to go back to Godhead. In this quote from Srimad Bhagavatam, yeah? Yeah. И в Srimad Bhagavatam есть такое утверждение, что тот, кто терпеливо переносит все проблемы, которые приходят к нему как результат его кармической деятельности и продолжает заниматься преданным служением, то он становится квалифицированным, вернулся обратно к Богу. So devotee always understands the difficulties, the problems which come upon him, are due to past karma. Таким образом, преданный всегда понимает, что все сложности, которые приходят к нему, приходят из-за кармы, которую он совершал в прошлом. So he's very careful not to get more karma. He's very careful to strictly do everything in the proper manner, so he's not going to get any new karma. Таким образом, этот преданный очень внимательно относится к тому, какую он карму зарабатывает сейчас, чтобы не делать все сейчас правильным образом, чтобы не заработать какой-то новый карму. And sometimes we say devotees, they don't have any karma because they've surrendered to Krishna, so from the time of initiation, no more karma. Иногда мы говорим, что у преданных нет кармы, что с момента инициации вся карма уходит. But still reactions are coming on us, just like the fan, although the fan is not connected to the power supply, but it's still turning, it's still going around, but there's no power anymore. Но тем не менее реакции за наши какие-то, за наши поступки, они все еще продолжают приходить к нам, подобно тому, когда вентилятор отключают от сети, он все еще продолжает вращаться, несмотря на то, что уже нет электричества. So karma is there,
The karma is there, but it's not increasing. It's, you know, the power is not there. We're not putting any more fuel. We're not going to increase the karma. It's reducing, and it will go less and less as we go on. То есть карма, она все еще сохраняется, но при этом мы уже не подливаем в нее топливо, она постепенно начинает уменьшаться. Okay, is there any other? Yes, one more question from the chat. Как удалось Судаме не завидовать Кришне? How could Sudama not be envious of Krishna? How could Sudama not be envious? Not be envious of Krishna? Yeah. Because he controlled, he understood Krishna as the Supreme Lord. And naturally he will enjoy all kinds of opulence. Он понимал, что Кришна, Верховный Господь, и он естественным образом обладает всеми богатствами. And Sudama understood he's a servant of the Supreme Lord, and whatever situation he's in, it's the results of his karma. И Судама понимал, что он слуга Верховного Господа, и в какой бы ситуации он ни оказался, это плоды его кармы. And he's happy to have Krishna as a friend. И он был счастлив от того, что Кришна был его другом. And just like we may have a rich friend, you know, okay, we have a, he's a friend, he's, but he's very rich and we're not rich. But you don't need to envy him. Это подобно тому, как если бы мы не были богаты, но у нас был бы какой-то богатый друг, и при этом нам не нужно ему завидовать. Even rich people, they have their problems, they have their difficulties. Just because you're rich doesn't mean you don't suffer. They're also suffering. И богатые люди также страдают. Это не значит, что если ты богат, у тебя нет никаких проблем. Of course, Krishna doesn't suffer. Krishna is the Supreme Lord. Конечно же, Кришна не страдает, поскольку он верховная личность Бога. So Sudama is a pure devotee. He's a pure devotee. He worships Krishna. He doesn't have envy of Krishna. А Судама чистый преданный Господа, и он, и у него нет никакой зависти к Кришне. He just wants to serve Krishna. Он хочет просто служить Кришне. We can also get free of, we don't need to envy Krishna, we need to love Krishna, we need to serve Krishna. And that's, so it, that in itself is so satisfying, it's so pleasing. We don't... И мы не должны завидовать Кришне, мы должны служить Кришне, мы должны любить Кришну, и это приносит очень много удовлетворения. But if you envy, that you just feel bad, that it's not pleasing to envy somebody, but to love them and to serve them, and that's pleasing. But you envy someone, you just feel bitter, it makes your heart hard, and it's not, doesn't do us any good. Но если мы кому-то завидуем, то мы начинаем себя плохо чувствовать, это остается какая-то горечь, нам становится очень тяжело, но если мы служим человеку, мы любим его, то это приносит нам большую радость. Okay. Any other questions? Yes. Марина Матыч, вы хотели задать вопрос? Харе Кришна. Гуру Махарадж, примите мои преданные поклоны, спасала Шри Прабхупаде. Скажите, пожалуйста, а если супруга преданная, а супруг нет, в таком случае, как ей быть в анапрасха ашраме? Она просто так и остается, как и в анапрасха ашраме, просто внутренне у нее должно быть отречение и, конечно же, соблюдение принципов. Спасибо. Харе Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. The question is, if the spouse is a devotee, but her husband is not, then how she can be in Vanaprastha Ashram? She just stays that way, just like in Grihastha Ashram, just internally she has
renunciation. And of course, she followed principles. She follows principles. Told the principles. Thank you. Well, you have to consider if you're actually ready for that vanaprastha. You should be elderly. You can't be a young woman and think I'm going to be vanaprastha. You should be older. То есть в данной ситуации женщина должна быть, вы должны быть старше, вы должны быть молодой женщиной. The Vedas say, Pancha Sorvam Vanam Brajit. From the age of 50, one can think about Vanaprastha. Веда говорится, что человек может думать о Ванапрасхе только начиная с возраста в 50 лет. So you don't want to try to renounce the world prematurely. You have to be ready for Vanaprastha. Вы не должны пытаться отрекаться от мира преждевременно, вы должны быть готовы к Ванапрасхе. So generally, if the husband is not willing to be vanaprastha, he's not cooperative, the wife is devotee, then it will be difficult, yes. Да, будет, конечно, сложно, если супруг не хочет идти ванапрастху, а женщина хочет, тут, конечно же, будут трудности. Anyway, you have to do your best, do what you can. Vanaprastha just simply means that you put more emphasis on your spiritual life, more emphasis on hearing and chanting, and less concern with the material activities. Ну, это все значит, что просто вы, вступая в анапрасху, просто прилагаете тогда больше своих усилий и сосредотачиваетесь больше на духовной жизни и меньше усилий прилагаете в жизни материальной. Material life means you spend your time thinking about money and spending money and earning money. Материальная жизнь – это когда вы постоянно думаете о том, как заработать деньги, о том, как потратить деньги. But vanaprastha life means minimizing the demands of the body and living simply. Но духовная жизнь это значит, что вы минимизируете какие-то потребности тела и упрощаете свою жизнь. So usually the husband is happy if he sees the wife live simply and not spend a lot of money. Most husbands will be happy. И большинство мужей будут счастливы, если их жены будут жить более простой жизнью, не будут тратить много денег. You know, usually it's the wife, she likes to get the money and go and spend it all. Обычно жена любит брать деньги и все их потратить. But the vanaprastha, if she's vanaprastha, then she's not thinking about that. She's just simply chanting and studying, reading, hearing, chanting. Но если она ванапрастха, то она просто что-то изучает, читает, воспевает мантру. You understand, Марина? Это понятно, да, Марина? Харе Кришна, да, Гуру Махарадж, спасибо. Примите на Хиляну, как он. Yes, Гуру Махарадж, thank you. Please accept my humble blessings. Харе Кришна. Okay, any other question? Есть ли еще вопросы, дорогие преданные? Татьяна, я вот там написала последний вопрос про желание. Можете перевести, Гуру Махарадж? Уже говорите. А, сама говорю. А если женщина имеет много желаний, что ей с ними делать? И исполнить их все невозможно, и забыть те возможно. То есть, как бы с желаниями. And if a woman has many desires, how should remove them? And it's impossible to fulfill all of them, and it's impossible to forget them. What to do?
Yes, definitely it's impossible to fulfill all your desires, because desires will always be there. We have to purify our desires. Конечно, невозможно исполнить все наши желания, мы должны их очистить. Instead of desiring for sense gratification, we should desire for devotional service. Вместо того, чтобы желать чувственных наслаждений, мы должны желать преданного служения. We have to, it's the quality of desire you have to change. You can't stop desire, because desire is the nature of the mind. Вы должны изменить качество желаний. Вы не можете остановить их, поскольку желание – это качество ума. But you can change the quality of the desires by thinking about Krishna and Krishna's service. Но вы можете изменить качество этих желаний благодаря думанию о Кришне и служению ему. So we have to understand the nature of the mind, that yeah, desires are going to be there. We cannot fulfill our material desires. They're always, but we can, instead of desiring for the body, desire for the soul. Мы должны понимать природу ума, мы должны знать, что невозможно остановить желания, которые в нем возникают, но мы должны вместо желаний, которые обращены к нашему телу, должны желать чего-то, что будет, должны желать того, что направлено на нашу душу. We have to control the mind, we have to understand the nature of this mind, that it can be the friend, it can be the enemy. The mind can elevate us, the mind can degrade us. Мы должны понимать природу ума. Ум может быть нашим другом, и он же может быть нашим врагом. Он может нас как возвысить, так и утащить вниз. How are you going to use your mind? Are you going to use it for your benefit or for your problem, to give you more problems? Как вы используете свой ум? Вы используете его для своего блага, либо для того, чтобы окунуться в какие-то проблемы? So when we use our mind for the service of Krishna, then we will feel happiness, we will feel satisfaction, we will feel great pleasure. Когда мы используем свой ум для Кришны, то мы чувствуем радость, удовлетворение, счастье. So, we have to understand desires are always going to be there. We just have to learn how to direct the desires in Krishna's service. Мы должны понимать, что желания будут всегда, мы просто должны их перенаправить в служение Кришне. For so many lifetimes you've been serving the body, you've been serving the senses for no benefit. Oh. Вы так много жизней служили телу, служили чувствам, но это не принесло никакого блага. You were never happy, you were never satisfied, and you have desires more and more. Вы никогда не были счастливы, удовлетворены, но у вас лишь больше и больше появлялось желаний. Now give this life to Krishna. Just simply think, I've served my mind and senses long enough. Now I'm going to give this life for the service of Krishna. Теперь просто посвятите свою жизнь служению Кришне. Думайте, что я не хочу больше служить своему уму и своим чувствам. Я хочу отдать себя Кришне. Let me just give this one life for the service of Krishna. Just let me use whatever is left of this life. Let me use it in the service of Krishna. И у меня осталось какое-то время еще в этой жизни, я хочу ее отдать, это время отдать Кришне. And that will save us from being the slave of our senses and our mental desires. И это спасет нас от того, чтобы стать рабом наших чувств и ментальных каких-то желаний. So you have to think, how can I serve Krishna? How can I desire for Krishna? Таким образом, вы должны думать, как я могу послужить Кришне, как я могу желать что-либо ради Кришны, связанное с Кришной. You're still going to eat. Okay, eat for Krishna. Do it for, cook for Krishna.
А вам нужно кушать, хорошо? Делайте это для Кришны, готовьте для Кришны. You still have to sleep, you have to get some rest. Okay, you sleep so you can serve Krishna better tomorrow. Вам нужно спать, вам нужен отдых, хорошо? Спите, потому что вы должны отдохнуть для того, чтобы служить еще лучше завтра. So there's no limit to how you can serve Krishna. You can do a lot for Krishna. You just have to think how I can please Krishna. Таким образом, нет какого-то лимита, нет каких-то ограничений в том, как служить Кришне. Вы должны просто подумать, а как я могу это сделать, как я могу ему послужить. Instead of thinking about ourselves, we think about others. Вместо того, чтобы думать о самих себе, мы должны думать о других. We see Krishna in everyone. Вы видите Кришну во всех. So have nice dealings with everyone and try to please them and serve them. Имейте со всеми хорошие отношения, пытайтесь удовлетворить людей, служить им. Cooperate with them in the service of Krishna. Сотрудничайте с ними в служении Кришне. This is Krishna's desire, that we're all one family, we're all his parts and parcels, we're all the family of Krishna. Krishna is the father of everyone, and we are all his parts and parcels. И таково желание Кришны. Все мы являемся его частичками, все мы члены его семьи, мы большая семья, его часть. So just try to be a good devotee. Просто пытайтесь быть хорошим преданным. Krishna will help you. И Кришна поможет. Krishna is in our heart. He gives us intelligence. He gives us knowledge. He helps us to remember what we're supposed to do. Кришна находится в нашем сердце. Он дает нам разум, дает нам знания, как мы должны поступать. Okay. Any other question? Александр, вы хотели задать вопрос? Александр? Хари Кришна. Да. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, ваше святейшество. Я как-то задавал вопрос о том, что нет пока желания принять гуру. Вы сказали, что сожалеете, что есть такая возможность редкая и не пользуешься, что я не пользуюсь такой возможностью. Вот в молитве просады. Hare Krishna Guru Maharaj. I have no desire to accept Guru. And once you told that you are so pity that I have no such a desire. Просаду говорится, что тот, кто не накопил достаточное количество благочестивых поступков, не может иметь веры ни в просад, ни в Говинду, ни в Святое Имя, ни в Вайшнава. And in the prasada, in the prayer for prasada, it says that one who didn't save up enough piety, who has not accumulated the piety. Прабу, еще раз вопрос. И вопрос в том, что... Тот, кто не накопил благочестия... Да, достаточное количество благочестивых поступков не может иметь веры ни в просад, ни в Святое Имя, ни в Вайшнав. Who has not accumulated piety, so that that person doesn't have faith in prasad and in devotees, in Krishna. Вот. Я правильно понимаю, что моя задача на данный момент это стараться просто служить, как получается. И, может быть, это благочестие, оно пересилит то количество там неблагочестивых поступков.
И, может быть, там очистится сердце как-то, и что-то изменится. Am I understand correctly? If I now I need to do everything that I can do, and to accumulate this piety fruits, fruits of my piety activity, and then in this process my heart will gradually purified, and then I'll be able to accept Guru. Am I correct? Thank you. Well, yes, it may be like that. It may take some time, but it can also be done immediately. That you can simply understand that you have to accept a Guru, and you can do it. You know, the purification can come immediately if you want. But you can always say, no, it needs more time, I need to purify myself. How much purification do you need? How long is it going to take? You better be careful, you may miss the opportunity. Да, мы можем поступить таким образом, то есть зарабатывать вот это вот благочестие, но в то же время мы должны понимать, что, а как долго я буду таким образом очищать свое сердце. То есть это, для этого уйдет очень много времени, но в то же самое время мы можем потерять эту возможность. You know something is right, you know you have to do something, you should do it, you shouldn't wait. You shouldn't be waiting, oh, I have to purify myself first, then I'll do it. No? То есть, если что-то является очень благоприятным, вы не должны ждать, вы должны сделать это немедленно. Вы не должны думать, о, я должен сначала себя очистить. То есть, очиститься вы можете мгновенно, для этого не нужно продолжительное время. In Sanskrit they say, subhasya sigram. The auspicious thing should be done immediately. You don't wait about it. На санскрите есть пословица, которая гласит, что благоприятные вещи необходимо делать сразу же, не нужно откладывать их в долгий ящик. And so accepting a spiritual teacher, it's not that you take initiation immediately, you have to prepare for that, but at least within your mind you have to understand, you need to get the guru, you need to do this. И принятие духовного учителя – это не значит, что вы немедленно должны принять инициацию. По крайней мере, в своем уме вы должны понимать, что мне нужно принять гуру. So, the tendency is we, you know, we always try to put it off. We don't want to surrender. Or just give me more time, and you may end up missing the opportunity. То есть у нас есть такая тенденция все откладывать и говорить, о, дайте мне время, но таким образом мы можем потерять возможность. Шрила Прабхупада already came and he's gone. He's finished his pastimes here. So you cannot get initiation from him. Шрила Прабхупада пришел, и он ушел, он закончил здесь свои игры, вы уже не можете получить у него инициацию. And gradually, Srila Prabhupada's disciples are also leaving. Постепенно уходят ученики Шрилы Прабхупады. And so one generation after another, they've come and they're going. И одно поколение за другим приходит и уходит. We have to understand the nature of the material world. Мы должны понимать природу материального мира. So, you know something is right, you have to do it. Таким образом, если вы знаете, что что-то правильно, так делайте это. You have to make some attempt to get ready to take the full shelter of a spiritual teacher. То есть вы должны использовать эту попытку, вы должны попытаться принять прибежище у духовного учителя. Можно уточнить? Да. Ну, духовный учитель нужен тому, кто стремится развить отношения с Богом,
Ну, не для того же, просто кто любопытный, просто интересно. Это же не так сказать, что вот у нас есть правила такие, вот, и все должны принять гуру. Понятно, что как бы, человек, который очень серьезно настроен, он и стремится уже выполнять все правила, он уже стремится как бы, принять прибежище у гуру. Но если это и нет серьезности, нужно просто как бы следовать правилам и будь что будет, как бы. Но это же не просто как бы дань моде или дань ритуалу какой-то. Это должно же быть какое-то осознанное действие. Просто если вот так вот действовать как дань ритуалу, тогда получается вообще не важно личность гуру. Просто вот как бы, ну я не знаю, как вот раньше в храм, допустим, приезжал только один махарадж. И его как бы выбирают, и все, потому что ну, вот он только его видит, и все. То есть получается так, что ли, вообще личность и гуру не важна. Просто сам факт того, что человек должен принять гуру, и у меня вот такое противоречие. Я не знаю, как-то это можно перевести. So, if someone is very serious in this way, in Krishna consciousness, so he wants to develop relationships with Krishna, but for someone who are not very serious, in this way, and he just simply following the rules and regulations and let it be what will be in the future. So it's for him, it's just a ritual. It's not his serious desire, and so it means that for him it doesn't matter who will be the personality of guru, just like fact there should be guru. Yeah, well, he's not very serious, but he will never become serious at that rate. But once he makes a little step, makes a little commitment, then gradually he can become more serious. И да, если человек не серьезен, то, конечно, это будет именно так. Но если он сделает какой-то шажочек, возьмет на себя какое-то обязательство, то тогда он станет серьезным. We're all in material bodies. Material bodies are all temporary. They're going to die one day. We're going to give them up and leave the body. But when we have to leave the body, we'll become serious. И все эти материальные тела, они не вечные, они лишь временные. В какой-то момент мы все их оставим. И когда мы оставляем тело, мы становимся очень серьезными. At this particular point, we may not be very serious. But gradually we will become more serious when we understand that we have to leave this world, we have to give up the body. Да, может быть, в настоящий момент мы не совсем серьезны, но постепенно мы становимся серьезными, когда все больше и больше понимаем, что мы должны будем оставить этот мир и это тело. That time is coming, every day coming closer, closer. И мы с каждым днем становимся все ближе и ближе к этому моменту. We will become more serious, that's for certain. How long are we going to wait to become serious? Мы, несомненно, станем более серьезными, но как долго мы должны ждать это, чтобы стать серьезнее? So Krishna gives us all free will. Everybody has, you have that choice. И Кришна всем дал свободу воли, у каждого есть выбор. Krishna told Arjuna, what are you going to do? You decide. Are you going to fight or not? И Кришна сказал Арджуне, решай сам, что ты будешь делать, будешь сражаться или не будешь сражаться. And Krishna was ready to tell the whole Bhagavad Gita again. If Arjuna had not understood, he said, I'm ready to tell you everything again. И Кришна был готов рассказать
Арджуне Бхагавадгиту снова, если ты, он сказал, что если ты не понял, я буду готов рассказать тебе всю Бхагавадгиту сначала до конца. So Krishna wants us to understand clearly the message, the importance, the duty of human life. Кришна хочет, чтобы мы поняли его послание, осознали важность человеческой жизни. We have to surrender to Krishna. Мы должны предаться Кришне. When are you going to do it? Когда вы собираетесь это делать? People want to be like Ajamil. They think, I'll wait till the time of death, at that time I will surrender. Люди хотят быть как Аджамила, подождать до момента смерти, а потом уже я предамся. But at that time of death, we have so many other things. We're so worried about many other things. We have all of our material attachments, all of the things which are absorbing our mind, our material desires. We cannot think of Krishna. Но в момент смерти мы будем поглощены совсем другими вещами. Мы не сможем думать о Кришне, поскольку у нас слишком много привязанностей и наш ум поглощен различными материальными вещами. If we have not practiced throughout our life, then it will be very difficult at the end of life. Если мы не имели практики в течение всей нашей жизни, то в конце жизни это будет сложно сделать. Yeah, give the example, just like you want to fire the gun and you have to hit the target, you have to practice, right? You go and you fire the gun at the target and you practice firing, then you become expert, you have a lot of practice and you're able to hit the target. И приводится пример, что когда вы, чтобы попасть в цель, вам нужно долго практиковаться в стрельбе из оружия. So we're also practicing, and our target is Krishna. We want to get love for Krishna. И мы тоже должны практиковаться в этом, и наша цель Кришна. Мы должны достичь любви Кришны. We just have to keep. We have to practice intensely. И чтобы достичь этого, мы должны практиковать интенсивно. We have a very rare opportunity to become Krishna conscious. It's very rare. И у нас есть очень редкая возможность, чтобы стать знающим Кришну. Это очень редко. If we don't take the advantage, then we've wasted that opportunity. И если мы не пользуемся этим преимуществом, то мы теряем возможность. Okay, Hare Krishna. There is another question. Чат, Лена Матаджи, вы хотели задать вопрос еще? Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Лена Матаджи, вы хотели задать вопрос? Окей, я тогда озвучу. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У некоторых преданных есть мнение, что посвятить свою жизнь Кришне также означает не отказываться от дорогих вещей, одежды, украшений, но приобретать их для Господа. Нет ли здесь подмены материалистических желаний на служение Кришне? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Some devotees have an opinion that dedicate their life to Krishna is also means not giving up expensive things, clothing, jewelry, but buying them from the Lord. Isn't there a substitution of materialistic desires for the service of Krishna? Thank you. Isn't this what? Substitution. Material desires. Yes, but when we desire for the service of Krishna, that's purifying. Да, это есть, но
Когда мы желаем что-то, чего-то ради Кришны, то это нас очищает. Because everything belongs to Krishna, it's all His, nothing is ours. Поскольку все принадлежит Кришне, все Его, ничего не принадлежит нам. We were born with nothing. We came in this world with nothing. We leave with nothing. It's all Krishna's. It's not ours. Мы приходим в этот мир ни с чем и также ни с чем уходим. Все здесь принадлежит Кришне. Здесь нет ничего нашего. And so when we offer it to Krishna, that is purifying for us. Если мы предлагаем, когда мы это все предлагаем Кришне, то это нас очищает. It frees us from the entanglement, from the attachment to the material body. Это освобождает нас от привязанности к материальному телу. So we are encouraged to do this. This is karma yoga. When you offer things to Krishna, offering to Krishna is karma yoga. И поэтому мы всех призываем, мы призываем вас заниматься этой карма йога. И когда мы предлагаем все Кришне, это есть карма йога. But if you offer with love, then it's bhakti yoga. Но когда вы предлагаете с любовью, это уже бхакти йога. So we're encouraged to do that. And you do it, you feel happy, you feel pleasure giving to Krishna. И поэтому нас призывают делать это, и когда вы будете делать это, вы будете чувствовать воодушевление. We've already spent so much time and money on our own body. We never felt real happiness or pleasure. Мы уже так много денег потратили на наше тело, и никогда не чувствовали реального удовлетворения от этого. We just felt more desire, more greedy, more lusty. We wanted more sense gratification. И мы еще больше от этого, еще больше желаний возникало у нас от этого. Мы становились еще более завистливыми и вожделеющими. But by a simple offering, even a leaf, a flower, a fruit, water offered to Krishna can give us perfection in life. И просто предложив предложение воды или цветка или фрукта Кришны может дать нам совершенство жизни. Okay. Есть ли еще какие-то вопросы? There is no questions anymore. Okay, so we'll stop then. Thank you very much, Tatyana. Здесь мы остановимся сегодня. Всем большое спасибо. Thank all the devotees for hearing, for listening. Спасибо, что слушали. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Jai.